И заметь, она получила первый патч раньше, чем Голум за 60 баксов. Тот 4 месяца ждал. Ну вот, видишь. Мэтт Дикки не бросает, не хватает звезд с неба, понимаешь? $15 на Nintendo Switch, это вообще, блядь, будто даром, кстати, для Switch'а и вот расценок. Да, да. Я больше скажу, наверное, Nintendo из них комиссию взяла баксов 13. Mm-hmm. Так, ну что, ребята, у нас есть продолжение, не надо нам. Я, правда, не помню, чем мы заняты. Внезапно мы на арене рестлинга, Арсений здесь. А это четверг, 8 часов утра, значит, скоро школа, и нужно торопиться. Он 3 с плюсом, не будем терять. Лай Сиера, наш кореш, или наша подружка. Нам в любом случае нужно очень сильно торопиться. Так, если я про... О, скейтборд! Нет, мотоцикл, еще лучше. Мне уже 23 годика, и все. Поздравляю тебя, сын. Съебитесь, блядь, я спешу в школу. Сражаться на наших световых мечах. А ты не староват? Нет, не староват. У нас он просто... Кстати, надо проверить быстренько свою вообще, в принципе, историю. Очень популярный. Причем уже даже не плюс, а и звездочка. Интересно, что это значит. Ты звезда. Все 4, кроме отношений. Меня очень не любят. В остальном я почти хорошист. Портит все труды, которые не преподаются. Физкультура. Но она почему-то зеленым. Видимо, недавно было повышение. И языки. Но я справлюсь. Слушай, но то, что не любят, легко поправить. Просто находишь этих людей. И убиваешь. Именно. Денег нет. Вот минус, конечно. Помни, что ты на миссии прокопать туннель в арену. Какой туннель в арену? Это к тебе? Нихуя себе, блядь. Ребята, секундочку, пойду проверю, кто-то к нам пришел. Соседи такие, здрасте, мы досверлили. А может, нам кассету принесли сейчас? Максон, его надо научить слазить. Я чела на ютубе смотрю, он учит котов, как спускается и спасает. Какой-то тип в черном плаще, блядь, с длинной прической, как у металлиста, знаете, огромная, темная, непонятная, лицо прикрытое. Пытался кассету впарить, но мы сказали... Не, надо, я сказал, видеомагнитофона нет, вот попробуйте туда, соседу, да, на соседскую дверь показал, он пошел дальше звонить. Так, ладно, не опаздываем в школу. Ля Рипа, да, он самый. Я даже не помню, кто у меня враги, на самом деле, поэтому предлагаю начать с чистого листа. Денег нет. Я помню, что у меня девки пиздили жестко какие-то. Но одна из них сказала... Вот, кажется, она и сказала, что все, типа, я больше не хочу ничего с тобой общего иметь. Я отправил одну из них на больничную койку. Ладно, пора... Я, кажется, хочу писать. Пизда! А. Ой-ой-ой-ой-ой. Пизда! Так вот же. Это не туалет, это воркшоп. Блять, пустите! Ой-ой-ой. Пожалуйста, пустите меня! Вот сюда! Опа! О! Ёбаный рот. Проверь логи, ты не обоссался? Нет, не должен. Руки не помыл. Это будет непрофессионально друг на друга злиться, мисс Купер говорит. Давай оставим все это позади. Да, конечно, мисс Купер, вы учитель, я ученик, давайте не будем больше. Отлично говорит. Надеюсь, мы с тобой подружимся. Ну, смотри, начинается день очень хорошо. Теперь ходи, жми всем руки. Пролил немного. Да бывает, бывает. Все, садимся, ждем регистрацию. Успели, не опоздали. Очередной день в школе. Что может быть, сука, лучше? Что может быть, сука, лучше? Добро пожаловать в школу. Перед тем, как мы начнем... Алло? Я слушаю. Цены, конечно, выросли. Вот я хотел много себе продуктов купить на неделю, а хватило только на молоко. Это реалии мимолертов. Там говорят, ты молодец, Арсюха, нужно быть хорошистом. Это донатеры после того, как подняли цены, блядь, на мимолерты. Цены, конечно, выросли, блядь, говорят. Так, первый урок у нас сегодня. Таймтейбл. Свиминг. Плавание. Нужно лететь на свиминг.
сцена, конечно, если, блядь. Так, свиминг это сюда. Привет, привет. Эми Зола, какая-то моя подружка. Нихуя себе подружка, она крупнее меня в 6 раз. Свиминг-пул. Успели на урок. Кстати, бать, пёсель, спасибо тебе. Дай бог тебе здоровья. Чел на 7000 мемкоинами закупился, ёбаный. Видишь, вон та красная хуйня. Заходим, блядь, на неё. Блядь! Сколько всего, не моё. Это да. Это моё любимое. Одно из лучшего. Что, мужик, ты сказал? Блядь, это был крик исключительного, ребята, страха. Доброе утро, сегодня практикуемся в плавании. Можете заходить. Как только вы можете плавать, это довольно уставляется, но ваше то тело станет очень мощным, если вы будете уставать. Да ебать, чел! В натуре. Дистанция в порядке? И помните, что нужно держать над водой голову. Проплывите по бассейну, если я правильно понял, я вас могу оценить. Я плыву, чел. Плыву, чел. Отлично, успех. Отлично, Арсений, повышаю тебя на троечку. Пиздата, все. Не вижу смысла больше здесь оставаться. И так сил нихуя не осталось. Ты куда думаешь, Арсений? Нет, ты... Та не, сука. Ладно, ладно, тренер. Блять, ну это пиздец, тренер, на самом деле. Ты куда, говорит, идешь, блять? А если у меня сил нет, ты хочешь, чтобы я утонул, тренер? Блять, тренер доебаться хочет. Не, в пизду, я не буду, тренер. Я устал. Я устал, тренер. Я не хочу больше. А Дэнд будет сегодня. Почему мы стали 9 классом, начинали с 10-классника? Не, мы за 9-м. Dark and Darker? Слушай, не знаю, не знаю. Все, урок окончен, языки. Вот на языках мне нужно прибавить пиздец. Это выйти из туалета и направо. Я уже бегу! Вот и я. На месте. Срочно брать книжку. Так, я уже вижу проблему, блядь. Давайте посмотрим. 8. Какое слово 8? Что это значит? По-испански. Очо! Нихуя не очет. А ты съебался нахуй, блядь. Не трогай меня, Арсений, если не хочешь драться. Это мое место, мне похуй. Только попробуй, блядь. Только попробуй. Гнида, только попробуй. Я тебе устрою, блядь, веселую жизнь. Я пока книжку почитаю, что значит 8 по-испански. Си, очо. Отлично, Арсений, что ты книгу учишь. Молодец, это повышает твой knowledge. Ну, это здорово. А там очо, селе и что-то еще. 8, блядь. Откуда ж я знаю? Блядь, я учусь в школе с Эминемом. Вау! Вау! Говорит, что Арсений самый популярный... О, самый популярный девятиклассник. Да, это я, ребята. Вау! Я смотрю, у вас там учительница перестановка произошла. Хербрю... По-израильски это значит бороться с Богом. Жестко. Мы делаем прогресс. Давайте посмотрим другие ответы. Давайте. Что значит 8? Сити, очо или октагон? Ну, октагон это 8, восьмиугольник, да. Я ебу на самом деле, что такое 8. Свом это фастинг. Урок окончен, отдыхайте. Я ебу, а что значит 8, блядь? Наверное, очо и значит. Именно ему что-то плохо. Ланч, надо пойти что-нибудь, блядь, покушать, но нет денег. Понимаете, тут в чем дело? Нет денег. Мне даже пожрать толком нечего. Попробую отчо закинуть, да. Есть бутылка, вот воды. За 2 бакса, блядь. Мне карманных денег вообще не дают. Ебать, у меня Б с минусом средняя оценка, охуеть. Я буду, блядь, жрать воду, короче, из-под крана. Это единственное, что дает мне перезарядку. Во всей этой истории. Там кого-то пиздят. Но это не мое дело. Мне нельзя ввязываться в проблемы сейчас.
Там коротышка какой-то бегает. Можно, конечно, отжать у кого-то еду, на самом деле. Если, типа, закончатся деньги прямо окончательно, я не думаю, ничего неплохого, чтобы у младшеклассников попиздить еду на ланче. Ну, типа, я больше, я сильнее, мне нужнее. Уроки делафи, благодарю за 2К. База, имею право. Ну, по праву сильного, правильно. Пиздец. От Дэна звонок не принять, это все равно, что карьеру закончить на самом-то деле. Это все равно, что карьеру стримерскую закончить. Дальше на English. А English это куда? Математика. English, это прямо и направо. English это здесь. А это, кстати, учитель, а не директор. А как у нас отношения с директором? Можно ее пригласить на свидание? Директор. Съебалась нахуй со школы. Заебала уже. Да честное слово, ты... Ах ты, блядь. Ах ты, сука какая, блядь, лихая. Повезло тебе, можно сказать. Повезло директору, блядь. Чуть нахуй не прихватил тебя за филейные части, блядь. Она разве не твоя мать? Нет, это у прошлого меня она мать. Так. Я не помню, какую тему мы проходим. Я пришел на английский же, правда? Это английский? Я единственный человек, пришедший на урок? Не, вот идут мои одноклассники. Это моя бывшая мать, да? Доброе утро, девятиклассники. Давайте посмотрим, что у нас тут за история. Что значит амбивалентный? Understood? Undressed. Unimpressed, блядь. А я ебу? Абивалентный. Ну, understood, непонятный. Что значит, блядь, что, о чем речь? Я, блядь, вижу, смотрю книгу, вижу фигу. Нихуя непонятно. Ничего в книге не написано. Окей, давайте посмотрим еще немножко на нашу тему. Блядь, сейчас же отвечать придется. Амбивалентный, что значит? Непонятный. Неуверенный. Бля, вот я бы сказал неуверенный. Это ты так думаешь? Амбивалентный. Кто написал «Мышь и человек»? Джон Стейнбек. Терм, который помогает тебе что-то запомнить. Мнемоничный. Ебать, там сосется кто-то. А у прошлого Арсения была девушка, кажется. Ладно, вы слышали? Давайте тест. Я ебешь? Я ебешь? Understood? Undressed? Неуверенный. Неуверенный. Блять, пожалуйста. Но амбивалентный, непонятный. Ебать, охуеть, хорошист. Ебаный рот. Неуверенный. Вот это да. Твердая четверка, ребят. Твердая четверка. Кто написал «Наказание и преступление»? Ну, «Преступление и наказание». Фёдор Достоевский. Фёдор Крамер. Кто звонит? Закончен следующий топик, начнем завтра. А где телефон? У кого? У кого, сука, звонит мобила, блядь? Телефон где? Ага, вижу. Беру телефон. Беру. Алло, это я. Я боюсь из-за... Я на всю жизнь стала калекой из-за тебя. Я заставлю тебя почувствовать ту же боль. О чем идет речь? Вы ошиблись с номером. Эминем? Я видел, что ты хотел сделать, блядь. Я, говорит, не хочу с тобой никаких проблем. Да мне похуй, Слим Шэди, ебать. Зарядил ему в ебачину, блядь, чтоб нахуй не расслаблялся. Видели, да? Хотел кинуться на меня. Умер с удара, блядь. Да, с удара. О, моя девка. Или бывшая моя девка. Здорово. Опа! Опа! Бэкфлип. Опа! 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 А назад... Сейчас... Не, назад не получается. Слим Шэди, не расслабляйся нахуй. Бля... У нас со Слим Шэди началась потасовка. Не ворсуй, Арсений, я разберу, говорит, со Слим Шэди за тебя. На, давай, малышок, ебашь его. Малышок, давай, я за тебя. Хорош.
Хорош, малышок, приговорил его. Убил, малыш его убил. Охуеть, малыш убил Эминема. Шон Монако, блядь. Карлик отпиздил Эминема. Не, Эминем пришел в себя. А, подожди, у меня урок, я прогуливаю, блядь, я прогуливаю урок. Опоздал, просто опоздал. Вот и я на уроке. Немножко опоздал, припозднился. Была битва с Эминемом. Но все же это понимают, да? Доктор. ОБЖ, короче. Пропустил. Мы даже не начали, но у нас дважды работы больше. Но я ж был здесь! Почему прогул? За что прогул? Я был здесь. Ну я правда был здесь, это хуйня какая-то. Ладно, пойду позанимаюсь, пока время есть. Ты где был на время моего физкультуры? Двойка тебе. Блять. Слушай, я, вы знаете, я занимался физкультурой с Эминемом. У нас методика наша такая, знаете, рэперская. Рэперская. Снова три с плюсом, блять. Так я старался, нахуй. Так я, сука, старался. Помню, у тебя миссия прокопать туннель. Да мне похуй. Я качаю мышцу. О, братишка, здорово. Как ты, маленький Джон Сина? Звонят, подождите. А, спиздили телефон у меня. Ну ладно, тогда покачаю мышцу. Качаю, да, моя мышца. 210 лбс, да. Да, сука, да. Спизжу-ка я эту гантелю себе. Буду дома заниматься. Спать и заниматься дома. Разъёбно? Хотя в идеале, конечно, в отеле это все делать. Потому что дома быстро время очень летит. Нормально все. Дерьмо! Дерьмо, все скандируют. Там сбили человека. О, нет, они сбили доктора. Доктора Шульца? Или как тебя зовут? Доминик Страйкер? Удивительно, это же доктор Шульц. Чел залез на машину. Не признает ничьих авторитетов. На мою машину, кстати. Ладно, через баскетбольное поле быстрее. Через баскетбольное поле всяко быстрее проехать. Тем более тут специально для машин есть место, чтобы люди под колеса не кидались. Блять, Арнольд Шварценеггер только вот не знает, ему забыли сказать. Так, ну хватит, ребят, чего вы под колеса кидаетесь-то, ёба? Я живу, кажется, в первой квартире, если я правильно помню. Гантелю себе привез. Машину новую. Блять, нет, не в первой. В третьей, может? Ты забыл, Арсений, ты живешь в номере 6. А, блять, да, в 6, точно. Это у меня кризис юного возраста, извините. 6, конечно. Так, все здесь. Амизола пришла. Вот твои 10 баксов. О, мама, это очень нельзя, кстати. Ебать, это ты что делаешь с Мизолой? Маленький Джон Сина, мой братик, что ты делаешь с Мизолой? Так, Мизола, отдай сюда. Арсений, отдай этот рюкзак, или я покажу тебе, для чего он. Конечно, братишка, держи, я же не специально. О, ты правильно, иди найти свой рюкзак, вместо того, чтобы брать мой рюкзак. Слушай, а я могу подкатить к девушке постарше, Эми? Эми? О, да, Эми. Может, останешься сегодня у нас? Нет, Эми, стой, не уходи. Эми, пожалуйста, не уходи. Эми, пожалуйста, нет. Нет! Эми! Куда ты ушла? Привет, мам. Тереза Арсений. Прекрасное имя, мам. Она уже братом занята. Мне кажется, ли я хочу срать? А, я не смог провалить что-то. Мне кажется, я сейчас обосрусь. Прям во сне. Вот смеху-то будет, блядь. Пятница. It's Friday, Friday. Taking down on Friday. Everybody's looking forward. Покажите унитаз мне, сука, покажите унитаз. Боже, как хорошо. Вставайте в 5 утра в пятницу. Так я лег пораньше. Мама вон занималась, настолько сильно упоролась, что занималась, устала. Тоже немножко позанимаюсь, мам, ты не против? Тяжело спать, когда ты пол энергии, да? Найди что-нибудь, чтобы потратить свое время. Да вот я нашел вам гантели.
мышцы, блядь. Думай о фигуре, о мускулатуре, чтобы было как с чем скипать время. И 8 часов, вот все пора нам уже, чтобы не опоздать. Ништяк. А где статы? Так вот же они. Справа. Я очень сильный, но скилла не хватает. Ну, это, конечно, одинаково. Да и похуй. Легендарный ночной кач. Едем. Сегодня пятница, важный день. Нужно убедить учителя по физкультуре, что я не отброс. Арсений, твое время закончилось, и ты не смог сделать то, что я просил. Но я видел, что ты старался, дам тебе время. Блядь, доктор! На нахуй, блядь, тебе с твоей просьбой. В очко себе затолкай. Нихуя себе. Я, кстати, ни слова не разобрался, хотя вроде тип пил по-русски. Пел по-русски, похуй. Ни слова не понял. Да без... ты клоун, сынок. Это правда. Пиздобол. Прости, Илюх. Кто тебе теперь поверит? Ни один человек. Пойду на перекличку. Сука. Ор. Присаживаемся на регистрацию. Смотрим, что сегодня нам скажет директор. Скажет, ты прогулял вчера урок. Добро пожаловать. Это у нас новый директор, мистер Блэк. Он прихватил власть. Давайте посмотрим, как дела у вас. Арсений, ты прогулял вчера, блядь. Наберешь сегодня. Должен 4 с плюсом иметь среднюю. Блядь, 4 с плюсом. Это вообще пиздец. О, кстати, Слим Шеди. Не расслабляйся, нахуй. А-а-а! Блядь! О, это ты зря учителя уебанул. Дружок, я знаю, чем это заканчивается. Пойду-ка я в задний ряд, пока там тебя разрабатывают. Это ты ошибся немножко, мистер Эминем. Тут с рэперами быстро разговор заканчивается. Автоподстава. Он сам ебанул учителя. Я ничего не сделал. Окей, не опаздывать на следующий урок. Все, пиздую. География. Ну, в этом мне даже нет смысла, на самом деле, разбираться. Я в ней и так знаю. Какой бы там ни был, какая бы ни была задачка, я все пойму. Только я не помню, куда бежать. Ага. География. Выйти налево и дальше направо. Окей. Хватит с меня этих лживых намеков. Кринги. Так, книжка по географии. Так, ну я... Все, я слезаю. Товарищ Блядь, ты чуть меня не убил. Сяду сюда. Хотя слева сидит на моем месте типуля, блядь. Почему он тут сидит? Ты больше, Арсений, не хочу иметь с тобой проблем. Конечно, не хочешь, блядь. Никто... Ты... Блядь, ну... Так не доставайся же ты, моя парточка, никому, блядь. Какой у нас там... Какая тема? Так, можете, пожалуйста, сесть все. Какая река, которая встречается с... Я ебу, как называется река, которая встречается с морем. И там типа тает, это волна. Это не точно. Давайте начнем урок. Что вы думаете, как называется река, которая впадает в рот и встречается с морем? Конфлюенция. Ну охуенно. Я ебу, быстро найти в книжке, блять, как она называется. Тайд, трибютарий, эстуарий и конфлюенция. Переходим к тестам, блядь. В чате говорят эстуария, я им верю. Ни разу меня не подводил чат. Тип сел в угол вообще. Да, Арсений, молодец, ты лучший, блядь. В соло закрыл. Сосать, лучший. Один я, один, блядь. Один нахуй. Самая скилловая тема. О, у нее есть скиллы.
следующий урок. История. Ну, это сразу направо и до упора. Соло. О, 4 с минусом уже. Уже хорошист. Так я скоро достигну нужного мне ранга, если сейчас на истории нормально позанимаюсь. Ебать, учитель решил на второй год. А, это генерал Геноцид, он тут преподает. Так. Всем присаживаемся, садимся. Как называется... Как последние муслимы эмигрейт Мека ту Медина... Блять! Можно выйти! Блять, выпустите! Пизда. Это конец. Это конец. Не надо, дядя! Не надо! Нельзя обосраться! Это... Нельзя обосраться! И мы обосрались! Блять! Ну вот же! Ох! Ёбаный рот! О боже, блядь! О боже, он ждал, да, чел был готов полностью. Алерт просто лютый. Супер лютый алерт. Так, еще вернуться на историю. Слышали по сабилити? Давайте перейдем к тестам. Да, блядь, я хочу сесть. Когда? 622? Или 632? Блять, там был какой-то. Какой-то был. 622, кажется, был. Изи, блять. Соляру лью, пиздец. Никто не помогает. Эминем, блять. Спустился нахуй, говорит. Не хочу с тобой никаких проблем иметь. А будешь, блять. Станнер, нахуй. Генерал Геноцид, ебашь его, блять. Ебашьте ему. Садите ему нахуй. Что он себе, блять, думает? Расплакался. А, смотрите, плакса. Он плачет. Потому что я самый крутой популярный девятиклассник, а не он. Вот почему он плачет. Все, отдыхайте, ребят. Бля, Эминем вошел нахуй, как шар для боулинга, блядь. Ланч. У меня как раз есть деньги. Самое время пойти восстановить силы. Что ты, блядь? Ух, нихуя, вот это эвейт. Эминем это чисто для меня здесь, знаешь, чел, которого можно поддушить. Так, ну я думаю, нет смысла покупать еду, когда можно ее отобрать, да? Все равно деньги есть, оценка вроде неплохая. О, кто тут с едой ходит? Ну-ка, девочка, возьми-ка еду, блядь. А я могу отсюда взять что-нибудь? О, гонг для ринга, нахуй. За что? Мистер Лок, мистер Лок! За что? За что? О! Вот он мой. Не ешь! Отдай хот-дог. Ты его надкусил там или что? Малыш, блядь. Отдай хот-дог. Малышок. Хот-дог. Арсений, отдай мне хот-дог. А хуй тебе. Ну, думаю, стоит это. Я тебя не прощу за этот хот-дог. Смотри, что я с ним сделаю, с этим хот-догом. Не ожидал, блядь, такого? Кто пьет водичку? Блядь, это учитель. Ну ладно, учитель можно. Я разрешаю. Я разрешаю. Так. О! Водичку, пожалуйста. Арсений, воровать бутылки нехорошо. Отдай это, пока я не забрал. Да мне похуй, это моя бутылка теперь. Это какой-то мой одноклассник. Я говорю, это в любом случае заберу. Ну забери! Забери, блядь, что ты сидишь? Забери давай, отбери у меня, чего ты, блядь? Чё ты нахуй сел? Отбери, блядь. Зато я денег сэкономил. Матёша. Чё ты, блядь, не забираешь? М? Клубня. На, блядь, держи бутылку. Инглиш слева от меня. Если инглиш для меня сейчас слева, то математика в сторону инглиша и налево. Вот это вот повороты тут на... Камеры, блядь, на поворотах. Просто мое уважение. Здорово, братиш. Мотодики выживает сильнейший. Или никто не выживает. Ладно, книгу надо по математике взять. Оу май!
Это Кофи Кингстон, интересно, со мной учится. Мое место. Пока почитаю, что в книге. Исоцилиты Triangle Have 2. Equal sides. А, сколько одинаковых сайт прямоугольного треугольника, блядь, или что был за вопрос? How many octagon 8? Окта, 8. Да-да-да, хорошо, решим. 8, 8. 8. 4 с минусом по матёше, сюда. Это меня не ебёт, мне никто не звонил. Чей телефон звонит, блядь? Да это у этой проститутки спереди. Отдай мне Арсению книгу. Не, бля, в свою книгу найди. Я, говорит, ее заберу в любом случае. Ну забери, блядь! Забери книгу! Книгу забери, блядь! Что ж ты, блядь, не забираешь-то книгу, ебаный рот, а? Сейчас мы будем заниматься сексом. Что ж ты книгу-то не забираешь, а? Я не могу понять, почему не забирается книга, блядь. Соса. Наука, извини, у меня урок. Сейчас мы будем заниматься сексом. Так, а где наука-то? Матёша, я вышел. Вот сразу по соседству. Справа. Здорово, братиш, нормально, не обижает никто. Арсений... А, я забрал, типа, открыл Рингбелл, подарок, нахуя, говорят, ты его открыл, это не для тебя было. Вау, у нас тут отношения. Книги валяются. Арсений, присаживайся. Я уже вот пришел, как раз сажусь. 15 минут уже как сажусь, вот сел. Какой год в школе выбран? 2007 год. Всем привет, ребята, посмотрим. А, какой электрический ток, чем измеряется? Еметром или пентаметром? Не, не думаю, что пентаметром. Вольтметром. Вот вольтметр звучит неплохо, блядь, кстати. Вольтметр мне нравится. Говорится, что в Wrestling Empire очень крайне позитивный отзыв о Steam. Это, блядь, само собой, нахуй. Такой игры их не может быть по-другому. Говорит, что каталистический конвертер превращается в нитрогеноксид. В нитроген. Что? Ладно, видимо, при нагревании, блядь, я так и не понял. Кто держит два... Какая связь держит два айона? Какая это держит? А что ты ко мне села, слышишь, красавица, блядь? Ты чего, книжку хочешь почитать? Моя книжка, блядь, не отдам. Помни, ты на миссии прокопать туннель. Да я ебал в рот ваш туннель. Какая часть получает преимущество от использования другой части? Паразит. Помог бы мне с моей домашней работой. 19 баксов. А какой вопрос? Все на сегодня. А вопрос-то какой? Не помогу я с твоей домашней работой. Соси. Попиздили. А, пятница. Все. Окончание. Пойду позанимаюсь немного перед сном. А, у меня дома, блядь, есть гантели. Похуй мне. Чисто аскет, блядь. Нихуя, никаких социальных активностей, блядь. Школа, дом, там качаться, спать, качаться, блядь. Спать. Спать, бегит, качаться, да. Отжимания. А потом Максон перестал бить Билли и перешел на Эминема. Ну мне типа стало скучно пиздить Бугли каждый раз. Джимми Хопкинса, в смысле. Ну, пока что можно здесь. Кстати, можно пойти потом мячик покидать, чисто по приколу, знаешь. Провести с друзьями время, все такое. Мне кажется, шестое прямо здесь. У меня есть... Опа, Эминем сейчас обосрется. Пошли Эминема ёбнем. Хули он тут ходит по району, блядь. Я видел, тебе подарили Белл, а мне подарили консоль. Ух ты ж, блядь! Оу! Ебать, вы видели, братик! Мама! Мама!
Мама, вызывай гайцов, блядь, что за хуйня? Куда он уехал? Это ты, сука, я видел тебя. Как тебя зовут? Эндрю, блядь. Давай разберемся, блядь, с тобой, Эндрю, нахуй. Любишь сбивать детишек, блядь, девятиклассников? Иди, нахуй, с домом, блядь, познакомься. На, блядь, ублюдок ебаный. На, нахуй. Ебашь его, братишка, ебашь. Навались, нахуй, на ублюдка. Командно, братишка, хорош. Пожали руку. Настя. На, ебать, вот это мы с братаном хуярим. Дай-ка я ему станнер пропишу еще, нахуй, это мой Эндрю. На, станнер, блядь. Не так круто, да, блядь, как раньше. Сейчас, сука, ты у меня получишь, блядь. Ты у меня сейчас, сука, получишь. Братик, в сторону. На! Не так, брат, ебашь его. Брат, переезжай нахуй. Переезжай нахуй, суку. Ебашь его, блядь. А, похуй, я его сейчас... А, брат, за что? Прости, Арсений, я случайно, ты в порядке? Бля, братик, ты чё? Не волнуйся, конечно, да. Я... Сейчас дойдём. А, я тебя... Прости. Спасибо, мам, за пятерку. Эндрю, суперкик. Эндрю, суперудар. Арсений, ты доказал. Все, я не хочу с тобой никаких проблем иметь. Так будет, сука, с каждым. Хорош, братиш. Разъебали, нахуй. Разъебали на двоих. Так, номер 6 или номер 3? Где я живу? Номер 6. От ёбченко, просто от ёбченко. Прям на улице, все видели. А, это ваш туннель, срал я на ваш туннель. И срал я в ваш туннель. As a matter of fact. О, у меня брат Динеброс, точно, я забыл. Ладно, спать пора. Арсений, хочешь рюкзачок? Тебе он, наверное, пригодится. Ладно, мам, спасибо, да, обожаю спать с рюкзаком. Держи, сынок, это для чего нужны друзья? Мам, ты мой родитель, ты мне не друг. О, это же чел, который убил Эминема. Шон Коннери. Рут. Мама не друг. А, сегодня выходные. Так, на выходных тупо тогда этот. Кач и все. Спать можно сколько хочешь. Отлично. 8.25. На пляже был, что там вообще? Ну, поехали, съездим на пляж. Здорово, батя. Как дела? Иба, батя, 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 батя. Так, как нам правильно? Давайте на метро поедем на пляж. Ебать, еле поднял, кстати. Шон Коннери здесь. Я не могу сесть за руль. О, сел. Ой-ой-ой, блядь. Но это баскетбольное поле. Нам направо. Я на метро хочу просто доехать. Куда? Блядь, а где велодорожки? Ебать, мы в дыре живем, нахуй. Братишка, братик, может мне опять по 220? Ну, пожалуйста. Давай я снижу сейчас. Ну, просто, блядь. Ебашь эти имя очень сильно, очень плотно. Но я не до 220, чуть-чуть больше сделаю. Просто потому что тогда вообще невозможно. Так, ладно, едем. На пляж нам, да? Это Subway. Subway нам нахуй не надо. Ждем. А вон там госпиталь, там можно... Ах ты, блядь. Ах ты, мелкий ублюдок. Засада! Волки позорные! Помогите! Помогите! Засада! Ах ты! Проститутка! Ух ты, блядь! Ебать, отстаньте! Суки! Суки, в засаду попал! Слез нахуй, остаться должен только один! Хиуя! А, блядь! Ебать, все взорвалось! Теракт меня откинуло нахуй на скамейку! Ебануться! О, боже, блядь! Съебаться, управление поменялось! О, блядь. Ах ты, стерва. Потаскуха. Я тебя запомнил. Я реально тебя запомнил, тварь. О, господи, нихуя себе. Помогите, она меня убивает, блядь. Не волнуйся, Сеня, я разберусь с Эммой Винтер. Ебашь ее нахуй, помогите. Я умер. На меня, короче, блядь, навалилась вся, весь вагон. Помоги мне, Арсений, я не уверен, что справлюсь с моим мерком. Я помогу.
Я помогу. Мне нужно срочно выйти из драки. Майор Мерк. Ничего, блядь, личного. Я просто пообещал. Опа, полетели. Ты популярнее меня, не хочу с тобой никаких проблем иметь. О боже, блядь. Забирай рюкзак. Похуй. Спасибо, братан, обнял, поднялся, ништяк от души, братан. Рахмет, Рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анал, манал, сыр. Можно в госпиталь уже проехать. Блять, а где пляж? Я не вижу пляж. География. Можно приехать сразу на географию. На пресс-конференцию. На сабвей. Ах ты ебучая Эмма снова напала. Напала Эмма. Эмма напала. Блин, помогите. Ух ты. Ебать, помогайте. Убивают. Убила, сука. Ногу сломала. Ногу. Ногу сломала, стерва. Помогите, ногу ломать. Я ломаю. Я тебе, сука, ногу сломаю. Слышишь, блядь, тварь? Я тебе, блядь, сломаю. Мы не такие, как Арсений. Найди детсайдовца до завтра, Рио Карреру. Сейчас я ногу сломаю проститутке одной. Я тебе, сука, сломаю ногу, блядь, сейчас. Блядь, я умер, нахуй. Меня Арсений... Бля, помогите, Арсений убивает. Арсений убивает. Арсений, мы должны быть профессиональны. Давай перестанем друг друга. Да, да, я согласен заключить мир. Я рад, Арсений, что мы нашли с тобой общий язык. Помогите. Надеюсь, это научит тебя уроку, Арсений. Блять, дайте мне просто выйти. Я больше никогда не буду пользоваться метро. Никогда, блять. Помогите, блять, пожалуйста. Помогите, я больше никогда в жизни нахуй не спущусь сюда. Бэкстейдж. Блять, я хочу выйти здесь. Арсений, смотри, не выходи из себя. О, блять. О, я на уикенде в школу попал. Но как? Как же теперь мне отсюда выйти? Арсений, ты не смог сделать то, что я тебя просил. Популярность чуть просела. Это пиздец. А я ж теперь не смогу выйти отсюда. О, блядь, пизда мне. Это не я делаю, если что. Тут одни учителя, а я в рейдже. Вышел в рейдже. На выходных. Я теперь здесь в школе буду жить. Я теперь в школе здесь буду жить. Ладно, нужно бутылку спиздить, чтобы здесь выживать на самом деле. И в спортзале жить. Спортзал, туалет. В принципе, неплохо. А куда беги? Я из школы выйти не могу, она закрыта на уикенд. Я типа тэпнулся сюда, и все. Только у меня 0.1 FPS. Слушай, ну вроде бы да. А, через забор. Так, а дверь-то закрыта. Я в любом случае пока не попью, никуда не пойду. Мне еще нужно найти студента киндергардена. Детсадовца. Школа, и уходи отсюда, пока тебя не обвинили. Блять, ладно, ухожу. Ладно, погнали искать тогда ученика детской этой школы милиции, бля, детского садика. Сейчас не выпустят, смотри. Не, выпустили. А назад? А назад? В метро было бы смешнее, только если бы был не Арсюха и Арсюха, а Графон и Миша. Я знаешь, что понял? Я внезапно понял, каким образом мне надо было тогда в географию пронести сишку, блядь, когда квест давали. Через метро. Через метро можно попасть. Но я до этого не знал, теперь знаю. О, смотри, кстати, она стоит. Да, блядь! Никогда больше! Никогда больше. Мне нужно проучить одну сучку, кстати. Я тут должен найти какого-то человека. Как его звали? Он какой-то мекс, да, был вроде? Короче, я должен найти какого-то мекса. Страты ДНД тут не работают. А, в дневнике, точно, я же могу посмотреть таймтейбл. Рио Каррера. Рио Каррера. Он, наверное, на баскетбольном поле, как считаете?
Он точно на баскетбольном поле. Надо машину брать и ехать. Не Worth, а в Rost. В Rost Game Ever. Блять, я кого-то переезжаю там? Блять, простите, пожалуйста. Я не знал, что вы там. Ёбаный же. Ищите Кареру, пацаны. Как по никнейму. Да с дороги, Минем, блять. Блять, я там во что-то врезался, да? В байк. Генерал Геноцид. 5 баксов мама закинула в окно. Спасибо, мам. Братишку сбил. Я братишку не сбил. Дональд Трамп. Смотри, куда идешь, Арсений. Кто-то может пострадать. А, это тот тип, которого я переехал. Блять, прости, пожалуйста. Я только потом... Ебашь его, ребят. Вау. Помогите. Это тот тип, который след оставил кровавый, блядь, на асфальте. Я помню его, да. Наверное, не стоило его так ебашить. Рио Каррера. Я, кстати, пиздец заебался. Так можно и сдохнуть. Ты потерял контроль, Арсений. Следи за собой. Отношения хуй. Я случайно потерял, блядь. Ты говоришь, как будто нахуй я выбрал это. Терять контроль. Надо на байк садиться и ехать на байке, короче. Ходить больно. Жизнь боль. Я должен найти Рио Карреру, да, да, блядь, за час, иначе потом я спать не смогу. Может, в аэропорту? Мистер Рю. Игорь Обелиск. Братишка. ВШУСС. А чат стал меньше на стриме. Нет, вроде. А на пляж не попасть. А, может, самолета? Может, на самолет надо? В метро, блядь, я не вернусь в метро. А, на самолет мне пока нельзя, я еще маленький. Значит, пляж недоступен просто. Мяу-мяу, ты опять залез? Опять залез, блядь, наверх. Просто мяу-мяу. Ладно, пора уезжать нахуй отсюда. Тут можно сразу до центра города доехать. Мяу-мяу. Он, наверное, думает, я с ним разговариваю. Стол, хватит лазить на стол, Толя, блядь! Толя, блядь. Толя! Толя, ты меня достал. 25 сабок. Низкий поклон, старик, спасибо большое. А что там? О, ебать, один в один, как мои коты. Один в один. Охуеть. Ну я не вижу этого киндергардена. Это они. Только Майкл Джордан. Вот жалко, никто не хочет найти Майкла Джордана. Так, номер 6. Я спать. В пизду, я не смог найти вашего школьника. Как бы я, блядь, не пытался, нахуй, ничего не получается. А сил у меня нету. Что за ставки с мемами? Мемалёрдс. Теперь можно вместо сообщения запостить мем. Внизу под стримом ссылочка. Котики записывают тиктоки в тайне, пока нас нет. Ночью тоже нет смысла школьника этого детсадовца искать. Понедельник. Я еще и опоздал, нахуй. Проспал. Под эту песню, блядь, я проспал. Хотя, если будет машина сразу припаркована, может, и не проспал. Сходу будет припаркован? Да, мотоцикл есть, ништяк. Через баскетбольное поле можно попробовать сократить. Но я пиздец как не уверен. Рвем, блядь. Gas, 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 I'm gonna step on the gas.
I'm gonna be your hero. Уже пошла регистрация, блядь. Guess, guess. Можно попробовать заехать нахуй прямо на мотоцикле, чтобы время не терять. Эндрю Стюарт найден без сознания, и теперь он будет сидеть в госпитале. Да? Это тот, который меня сбил на машине. Мы, говорит, проверяем. Семье его будет тяжеловато. По факту будет тяжеловато. Мы просто его отпиздили. Ебать, тоже в школу летит тип. Пускай меня первым на мотоцикле. Сука, мудак ебаный. Мудачье ебаное. Чтоб тебе, сука, пусто было, блядь. Пусто, сука, чтоб было тебе. Я успел? Ах ты коза, блядь. Я больше, чем... больше скилла во мне, Арсений, чем в тебе. О, блядь! Да, больше скилла, блядь, тебе, нахуй, чем во мне. Куда ж ты, блядь, бежишь, нахуй, тогда? Ох ты, блядь, и правда... О, помогите! Это, нахуй, какой-то солдат Джейн! Помогите! Да что значит, ты пропал в школу? Меня пиздят! Директриса, меня пиздят, буквально! Вы молодец, говорит Арсений, охуенно! Меня там убивают, блядь! Я тебе, сука, так в покое теперь просто не оставлю. Никуда ты, блядь, пошла. Вылезла нахуй сюда. Товарищ директор, я просто ее хочу научить уму... разуму, блядь. Так, все. Арсений, это моя подруга, не смей ее трогать. Она сейчас быстро в стол сходит, блядь. И все, урок музыки. А мы как раз здесь, блядь. На нахуй на стол. Арсений разыскивается за саут. Это какой Арсений? Да швыряй его нахуй! Да не ты, блядь! Отлично, за ногу, блядь! За что? Я ничего не сделал. Ну, вроде в директора тяжело. Значит, Арсений тут устроил движуху. Давайте посмотрим. Он напал на студентку. Я ничего не делал. Ебать, кто-то готовится. Я ничего не сделал. Арсений, ты ничего не сделал? Да, да. Это единственная возможность, говорит директриса, с ними разбираться. Вау, ничего не сделал. Но пропустил урок музыки. Это тоже я, да. Нужно быстро лететь теперь на него. Ну, слушай, еще не опоздал, но не пропустил. Я готов выступить, тренер. Отлично, ребята, все принесли инструмент. Вот Арсений принес, молодец, играй. Я люблю свою школу и учителей. Кто бы я был без них? Ну ладно. С этим уроком закончили. Сука, после обеда я эту тварь убью нахуй. Я тебе говорю, после обеда она у меня огребет. Гарантированно. Нужно восстановить силы. Эта тварь очень скилловая, ебашит меня. Так. Языки, да? Ага, налево и прямо. Какую из? Вот это вот Эмма. Эмма, блять, вот это. Шон Коннери, кстати, здесь. Мне бы книгу. А это другая книга, наверное. Это не по языкам, это математика, блядь. Языки желтые. Блядь, сяду на первую парту. Похуй, зубрила, блядь. Арсений, можешь сделать для меня одолжение? Эрик Конн пишет. Доставь этот телефон в госпиталь до завтра. До 6. Ладно. Доставлю. О, чё, блядь, отвечать? Что отвечать-то, нахуй? Что отвечать-то? Сиеты нет, октагон нет. О чё, блядь. У меня другого нету. О, молодец, Арсений, умница, блядь. Отлично, о чё, правильно. То есть, братья о чё, это братья 8, значит. Давайте поменяем тему, пока у нас ещё есть время. For what is the French word for a man? Как мужика зовут по-французски? Man. Homme. Это не по-испански, блядь? Homme. Но это похоже. Говорят, можешь... Блядь, тот самый телефон звонит или что?
Алло? Я говорю, алло? Мы не можем продолжать, Арсений. Все, все. Даже идти в госпиталь телефон. Надо телефон пойти спрятать. Ты не должен носить телефон. Я конфискую его. Да хуй ты что конфискуешь, блядь, уебок нахуй ебаный. Хуй свой конфискуй, блядь. Конфискатор ебучий. Обед. Так, сейчас спрячем. Папа, когда ты рассмотришь школу, когда эта игра выйдет? Алексей, ты чемпион чемпионов, блядь. Тебе это просто не нужно. Пойду спрячу в туалет пока. Закладку. Ты чемпион. Алексей, мне кажется, не было рестлера более, чем ты. Успешного во всей банде. Не могу пить, но не могу думать. Арсений, ты не смог. Я тебя вообще никогда ни о чем больше не попрошу. Да мне похуй, мистер Баскет. Можете отсосать мой член, пока я буду пить воду, блядь, чтобы все видели. А эта проститутка, она здесь? Вон она сидит. Нет, не сидит. Она где-то там. Графон самый успешный был. Подожди, ну шампур Алексея здесь. А у Миши какой финишер был? Тоже шампур Алексея? Я просто не помню. Графон был самый успешный. Да у тебя даже бабам смотреть нечего. Выходи, у меня посмотришь. Или тебе отсюда показать. Извини, дорогой, у меня микроскопа нету. А, вот что это было. Дайте кое-что глянуть, мне просто интересно, если я смогу. Ебать. У типа... Дайте посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17 нахуй одинаковых сообщений, блядь, с одинаковым смайликом, кринжевертый. Он больше нихуя не пишет. Нихуя, блядь, только это. Смотри, я тебе рекомендую тикет заполнить там на их сайте, где можно повторить это больше, чем 17 раз. 17 ёбаных раз. А вы говорите, это матрица, блядь. Вот нахуй подтверждение. Простейшая программа, блядь. Простейшая программа. А вот, видишь, программы копирки начали копировать. В матрице живем. Void Crew завтра тестим. Насчет завтра не уверен. Я бы, может, сегодня затестил, на самом деле. Если есть желание, можем через минут 40, часик пойти. После школы как раз. После школы. Все, сука. Я достану ее. Я восстановил свои силы. И на уроке музыки ей пиздец. Я уж спать пойду, завтра в 8 вставать, пощади. Пощадил. Я набрался сил, блядь. Я почти... У меня почти есть финишер. Все должно быть идеально. Где эта сука? Это она зашла? Это она зашла, блядь. Эмма, у меня есть кое-что для тебя. Станнер, блядь! Моли о пощаде, блядь! Моли, сука, о пощаде, блядь! Все взяли свой инструмент. Вот я Эмму взял. Он говорит, что ты не взял? Не взял Эмму, говорит. Бля, простите. Простите, тренер, я тут, блядь, немножко работаю. Да, сука, проси о пощаде. Проси меня о пощаде, блядь. Ты еще живая, что ли? На, поебалу. Арсений, пожалуйста, не надо, я прошу тебя. Будешь, сука, знать, как нападать на меня, блядь. Тренер, я готов. Тренер, я здесь. Я готов, учитель. Я на сцене, я готов исполнить свою новую песню. Ну, вы мне скажете ее исполнить или где? Ну, пожалуйста. Охуенная камера. Божественно. Отлично, Арсений, пятерка. Ебать, правда? Я думал, нужно было исполнить песню про Эмму. Эмма, проститутка, напала меня сзади, чтобы мне... Доктор принес предмет под названием утка, но я не такой простой. Я взял гитару и разбил ей еблище. И с кувырочком вышел
из ранга нищих. Кстати, где она? Оператор такой, бай-бай. История. Ну, в этом я шарю. Насчет истории можно не переживать, ребята. В истории я понимаю все, поэтому... Можно даже книжку не читать. Какой там был вопрос? Давайте в Медину. Что-то... Так, новая тема, да. А значит, как долго продлился каменный век? 3,4 миллиона лет? Правильный ответ — достаточно долго. Съебался. А похуй тогда, сиди нахуй за этим столом, я за другое место сяду. Блять, а сколько ж каменный век-то продлился? Достаточно долго, правильный вариант ответа. Охуенная лампа. Просто охуенная лампа. Лучшая лампа, которая может быть. Окей, давайте посмотрим, ребята, ваши варианты еще. Сколько, говоришь? Так он уже отвечал. 300 тысяч лет. Блять, ну... 5 серий Угабуги. Хороший вариант ответа. Написано, что вы можете переключать на правый стик что-то. Но это не сработало попросту. Ну, 300 тысяч лет звучит как что-то похожее на правду. А, я должен телефон отнести до 6. Надеюсь, это последний урок, потому что я не успею. Бля, нихуя непонятно. Христианство в 1054-м разделилось. Эминем сзади сидит. Ты, это к чему? К тому, что надо ему ебучку разбить? Гитлер умер в 1945-м. Город планирует пустить машины по дороге, но это и так понятно. Так, все, надо быстро закладку идти забирать. Потом дочитаем. Так, генерал геноцид, до свидания. Бля, и бежать в самую дальнюю хуйню. Здорово, Шон Коннери. Телефон в госпиталь отнести, она просила, да? Телефон где-то здесь. Куда-то я его, блядь, положил. Под зеркало, вот он. Вот и телефон. До 5, уже, блядь, 5, уже 3.30. В описании Малёрт и офф. Пусть так и остается. Это байт. Только избранные знают, что они не офф. Оставим вещи такие, какие они есть. На велике доедем. На велике должны успеть. Running in the 90s. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Профессиональный. На повороте налево и до упора. А что, стрела станцию с концем закинул? Бля, мне недавно приснился сон, где я ебашил в станцию VR на детективе. И мне так захотелось поиграть в станцию на детективе. Поэтому я, наверное, вкачусь. Вкачусь. Не уверен до конца месяца, но хотелось бы. Так, ну я принес телефон. Так а что, блядь, телефон-то вот? В госпитале. А кому? Кому? Deliver that phone to госпиталь by 6 am. До 6 утра. Пожалуйста. 5 баксов дали. Успех. Все, значит, сработало. Доставил. Доставил, блядь. Доставщик. Golden Boy. Это, кстати, с Арсюхи списывали. А можно туда уехать? Я уеду жить в... Можно? На кладбище? Ланс Арсений. Спасибо за помощь, Арсений. Вот тебе пятерочка. Да, я еще динамит взял. А я могу здесь выкопать нахуй? Даже здесь, блядь, не копается. О, не копается? Ебануться, блядь. Выкопал. Да, блядь, я в порядке, ребят.
Ебать, это как? А вот так. Домой. В школу. Живые наступают. Алло, да. Служба по аргешке эшкерпт профтрака. Пока больше нихуя не сделали за 2 года. Я сейчас занят, я кушать собираюсь. До свидания. Всего хорошего, блядь. Всего хорошего, блядь. До свидания. Всего хорошего, блядь. Так можно, получается, по КД прыгать в тоннель, ебаный? Ах вы! Да ебаные суки! Помогите! Детсадовцы напали! Отъебитесь! Арсюха помогает! Надо срочно выйти из драки! Срочно выйти из драки! Так, давай найдем того, кто... Вот первая проститутка. Во-первых, Арсений уходит. Поздравляю, Арсений, ты справился. У Ким не было и шанса. Наверное, да. Вот эта детсадовца на меня выебывалась? Вроде бы да. Леси, блядь. Полетели нахуй, Леси. Ебать. Ого. Бля, Арсюха. Арсюха. Помогите. Арнольд, помоги. Бля, булят, Арсюха. Я сдаюсь, Арсюха. Ну вот, Арсюха, будешь знать. Так если я буду знать, Арсюха, отпусти меня, Арсюха. Помогите. Ебашьте его. Обращайся. Обращайся. Помогите, блядь, нет сил моих. Нужно срочно спать. Бля, Арсений, ты свое получишь, поверь. Поверь, Арсений, ты свое получишь. Тебя исключили из школы, но я тебя, сука, исключу из жизни. Ага, так и знай, блядь, так и знай. Злобный брат-близнец. Субурбы. Номер 6, по-моему, это прямо и направо. Я должен успеть до смерти. Блядь, если я умру дома, это будет хуёво. Во вторник. Не, умирать плохая примета в понедельник. Пизда. По-моему, пизда. Не успеваю никак. На пороге собственного дома. На пороге собственного дома, блять, умер. Ёбаный в рот. Травмирован. Нужно ложиться прямо сейчас. Иначе пизда. Блять, мои походы в больницу всегда заканчиваются одинаково хуёво. Подходит доктор и начинает мне вправлять спинку, блять. Да так вправлять, что у меня еще потом большие проблемы. О, намного лучше. Слушай, это лучше, чем дома отоспался. А это что за хуй стоит? Опа, Эдамиго. Опа! Убил, блядь. Опа, блядь. И умер. Обратно со сломанной шеей, блядь. Опа. Блядь, на, ебасяву. Отъебался, блядь, от меня. Да иди нахуй, серьезно. На, по яйцам. За это заплатят? Нет. Вход в стадион. Опа, блядь. Господи, как же я ору. А это что? О, это приставка. Ебать, Nintendo 64. Ну или типа того. Ну, сука, мой злобный брат-близнец Арсений получит сполна вот этим стулом, как только я его встречу. Лучше бы ему, блядь, не попадаться мне на глаза, серьезно. Он где-то около баскетбольного поля тусуется, как хулиган. Я его переебу, реально. Переебу этим стулом. I don't hate, you hate roosters. I don't hate, you hate cocks. I love cocks, блядь. Но Арсений не... О, ебать, там полетел тип справа, не знаю, видели вы или нет. Арсений не может быть в школе, потому что его исключили. Поэтому стул мне не пригодится. Блин, интересно, здесь можно умереть? Прям реально умереть, а не в больнице оказаться? Мне кажется, что нельзя.
Тебя могут исключить, но на этом все. Модеры все допилят. Ну кладбище-то есть, но кладбище с рестлинга. В рестлинге можно убить. Пришел пораньше всех посидеть, отдохнуть. Вот это детсадовца, вот эта подружка из детсада, блядь. На нахуй. Стоп, товарищ учитель, стоп. Она сама виновата, вы же знаете, она сама виновата. Ладно, всем привет, ребята, присаживайтесь. Посмотрим, как дела шли. Арсений молодец, на все уроки пришел, вот. 9 модеров на стриме допиливаете. Вы ко мне попали в офис. 4 с плюсом надо. Отлично, отлично. Так, где-то здесь ходит девочка из детсада, блядь. Вот это вот, сучка, блядь. Ей нахуй по затылку с ноги-то дадим, блядь. Иди сюда, ты, девочка, блядь. Иди сюда. Иди-ка, блядь, сюда нахуй. Кто на баскетбольном поле до меня, блядь, доебался, блядь? Бывает, сынок, не волнуйся, блядь. Кто доебался нахуй до меня, блядь, а? Кому? А, блядь! Ёбаный рот! Карлики убивают! Помогите! Навъебало! Битва Остина Пауэрса и мини-мы в цвете. Она говорит, моя подруга. Смотри, что твоя подруга сейчас будет. Смотри, как у нее ебало отлетает твоей подруги. Можете пиздовать, мы пораньше сегодня закончили. Я не могу навестись на нее. На нахуй еще. О, гитара, охуенно. Арсений, быстрее, меня не хочу с тобой проблем. Сейчас ты с гитаркой Арсений за нападение. Да какое нападение, блядь? Какое нападение? О чем вы? Не было никакого нападения. Все, пошли. Она факи показывает. Какое нападение? Не было. И вон она стоит. Давайте объясним Арсению, что происходит. Арсений такой безумный. Похуй. Арсений молодец, говорит. По-другому, говорит, никак. Блять, я на урок могу опоздать, да, из-за этой хуйни. Что у меня дальше? English. Блять, 10 минут английского осталось. Карта, я вышел с офиса. Да? Это офис. И на английский это... Пиздец, это далеко, блядь. Это пиздец, как далеко. Да, бля, пропусти, пожалуйста, пропусти. Я опаздываю на урок. Это English? Блядь, это Лангуаги. Я не туда пришел, да? Я не туда пришел. English напротив. Теперь точно опоздал. Шансы были, блядь. Арсений за прогулы. Опа, мистер учитель, все равно меня уже уведут, блядь. То есть меня судят за прогулы, потому что я в этот момент был, блядь, в офисе у директора. И прогулял поэтому. То есть я прогулял, потому что меня судили, блядь. Он пропустил английский. Я пропустил, потому что был тут. Ну и мы считаем, что вин... Арсений прав, действительно. Каким образом он мог, блядь, нахуй? Блядь, уходи тут. Иди нахуй отсюда, блядь. Ёб твою мать, блядь. Чего ты хуя? Сам себе ебальник набыл, блядь. Чуешь? О, блядь. Ой, блядь. Языки. Ну, блядь, это замкнутый круг. Это замкнутый круг, блядь. Не, ну и на языки-то я явлюсь уже каким-то. Вот они. Фу, блядь, еле успел. Здрасте, ребят. Охуенно. Ну и вам здорово, ребят. У вас, я смотрю, языки. Да что значит пропустил? Что значит... Нихуя! О, мистер Миядзаки, что вы делаете? Да ебаный в рот, блядь. Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Вы на меня, говорит, напал. Я, говорит, не хотел. Ну, бля, нет. $10.
Бля, 10 баксов. На ланч. Блять, на ланч опоздать невозможно. Но это еще как посмотреть. Дуэйн Джонсон, давай доебемся до него. Опа. Это не я управляю, он сам, если что. У меня тут свистит фляга. О, попустился. Блять, успеть бы хоть что-то поесть. Водичку, например. Бесплатная. Охуеть. Ту-т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 у. Хотя бы половинку. География. Но это хуёвенький день. Я прибежала, чтобы спонтанно вас поцеловать, потому что вы красивый. Спасибо. Очень приятно. Но, к сожалению, я прогулял все ёбаные уроки, потому что был у директора. Но мне очень приятно. Спасибо. География. Налево-налево? Налево-налево. Попить? Да. Вообще не помешает. И в игре, и здесь. А там пить надо без конца, без края. И писать. Давайте пока почитаем, что в книге. Нет, я не писал. Пописать. Там нельзя так через просто. Через 2 минуты ебем утку. Ебем утку. Ебем кутку ебучую. А потом хвост кита. И чуть-чуть на лицо киту потом. Смешно. Мистер Хопкинс, блядь. Присядь-ка нахуй, блядь, пожалуйста. Давай, говорит, жить в мире. Хорошо, Джимми. Мир так мир. Кринжалёрты, блядь. Я отличник, серьезно? И что? Это я здесь отличник, видимо, да? А мы и учиться-то будем? Гляньте на этого бота, на! Мы учиться-то будем сегодня? Давайте начнем, пока мы времени потеряли. Да урок уже окончился, блядь. Дункан Пайпер, пожалуйста, начни. Какой тип скалы сделан из депозитного материала? Метаморфический. Что, блядь? Что за ебаный вопрос, блядь? Малайзия, Куала-Лумпур. Охуенная книжка, моя любимая. Какая скала сделана из депозитного материала? Депозитный, добытый типа, да? Депозитная? Математика, похуй. Все потом. Дункан, лови меня, блядь. На! Эй, Дункан, Дункан. Дункан, вставай нахуй. Вставай, Дункан. Да, я станер ему ебану. На! Хорош, все хлопают. Математика... Это от географии дальний круг. А мы сейчас быстро бежим как раз. Здорово. Вот я Шоном Коннери, зато друг. Если выгонят из школы, в кино пойду. Мисс Брайт, отъебитесь, блядь, от меня. Блядь, чуть в офис директора не зашел случайно. Математика. Где книжка? Книжка ебаная, блядь. У нас новая тема сегодня. Ее ебанули, это директриса. Сколько 100 километров в милях в час? 62 мили в час? Ну, похоже на правду, кстати. 62, может быть. 62, похоже, правильно. 1,8, если я не ошибаюсь, да? В миле. То есть 100 километров, да? Мы делим на 1,8 и получаем что-то. И мы получаем 60, вот как раз. С чем-то. 1,6. Ну, все еще она сказала правдоподобную версию, типа. Шарит, сучка, шарит. Четверочка. 62, да. Что ты, блядь, нахуй? Чего ты, блядь, идешь сюда? Арсений, ты не был на лангуагах. Ами ты пропустил.
Еще учиться. Ты в ебальник пропустил, чел, блядь. Я уже большой. Поздравляю тебя, сынок. Кони Кеннеди, что скажешь? Ничего не скажет. Вторник, блядь. Ладно, это был интереснейший урок. Пописать. Да не хочу пока. Спать надо, домой ехать. Я должен кому-то что-то вообще? Блядь, три урока косанул, ебаный рот. Даже ланч косанул. Точнее, два урока и что ланч. Произошло? Ты не поверишь, блядь. Не поверю. Короче, сижу я в актовом зале. Никого нахуй не трогаю вначале. Тут на меня, блядь, выбегает детсадовка. И нападает, рычит, блядь. Слюни текут, кипит, блядь, нападает. Приходится ей ёбнуть разочек хорошенько так. Отвести ее на проверку на бешенство, да, в медкабинет. Не, профилактически ёбнул ей, чтобы она не расслаблялась. После этого подходит учитель и говорит, к директору пошли. Говорит, меня к директору. Там говорят, он напал на детсадовку. Я говорю, да нихуя подобного, она сама на меня кинулась страшная. Директриса выслушала и говорит такая, ну, блядь, Арсений, короче, прав. У меня угнали велосипед. Подожди, но если ты прав, почему тебе засчитали прогулку? Не засчит... Ну, так есть, это всегда. Так вот, суть, смотри. И пока мы там сидели, разбирались, урок-то почти закончился. Языков, ага, да? Ага. И я выбегаю из кабинета директора и бегу, чтобы успеть на урок, и не успеваю. И говорят, опять он в розыске, опять его к директору за прогулы. Я на прогулах говорю, нихуя подобного. Я говорю, ничего не делал, я у директора сидел. Директриса говорит, ну, по факту, он не виноват. Все. А потом... Арсений, ты, говорит, в школу попал за нападение. Это хуёво, говорит. Отец, блядь, не грузи меня нахуй. Вот твои $5. Отличный удар, сынок. Спасибо, отец. Так. Потом, короче, захожу на урок, и на меня напрыгивает какой-то маньяк-убийца, начинает пиздить. И после этого меня наш восточный учитель берет какой-то захват анаконды. И говорит, пошли, ты напал на меня, Арсений. И директриса говорит, Арсений, ну ты уже третий раз здесь, поэтому надо тебе профилактически $10 штрафа. Вот. Такой день был. А ланч как ты прогулял? Есть после всего этого не хотелось, да? Да. Ужасно. 4 часа дня. Но зато я со школы кое-что спиздил. Сейчас покажу. Где-то здесь гантели лежит, чтобы качаться. Где-то здесь лежит гантели. Вон, мама с ней спит. Мам, я возьму гантелю. Арсений, отдай мне гантелю. Не, мама, она теперь моя. Я тебя, говорит, никогда не прощу за это. Гантеля больше, чем сын. Мам, блядь, ну подумаешь, гантеля никогда, говорит, не прощу тебя за гантелю. Что за хуйня, мам? Мне ж просто немножко покачаться надо. Суровая маман, суровая. Привет, Шус. Последний раз донатил более года назад. Рассказывал, так, что стану отцом. Так вот, сыну будет годик через неделю. Хорош. Назвал Арсения и чувствую, что не ошибся. Кек. Спасибо за стрим и настроение. Второй папа. Слушай, слишком много маленьких Арсений, кстати, в моей жизни. В том смысле, что поздравляю. Просто ты не единственный человек, который я знаю, который назвал своего сына таким образом. А, поздравляю. Ну, Арсений популярный стример, очевидно. Да. Да, мне да. Нужно через него называть детей. Блять, я с кем-то еду? Ладно, один. Ну, Суба, больше не надо. А, нет, показалось, никого нет. То, что я самый популярный мальчик в школе, у меня есть проблема. У меня нет девушки. И она встала и ушла. Это ноябрь 2007-го. Что ж, давайте посмотрим, как дела идут. Арсений, ты прогулял 2 урока. Учись больше. И в офис мой не попадай. И ты хуево учишься, кстати, гандон. Блять, ничего хорошего.
Слышь, девочка, у меня, кстати, нет девушки. Не хочешь прогуляться сегодня на пляж? Не хочешь на пляж прогуляться? Что ты там делаешь, блядь? Что он там нахуй делал только что? Последняя ложка, больше не надо. Ладно, пора на уроки. А что если у наука? Они вот походу не умирают. Рыжуля в более младшем классе. Это девушка старого Арсения. Перед вами новый усовершенствованный Арсений. Это ты на меня, кстати, прыгнул, да? Мудак. Я, говорит, крепче, чем ты. Да? А мистер Стол, нахуй, что думает на этот счет, а? Крепкий, блядь. Да, вытереть это, учитель, эту хуйню, блядь. Ебаную. Я с Эминемом сейчас, с моим другом, лучшим Эминемом. Блядь, так вот, интересно, что у нас. Рори, я, говорит, заберу твой телефон. Да-да, заберите-ка у него телефон. Бля, около Эминема постоянно какая-то швабра. Это ты про то, что в красной кепке? Нет, это я про швабру. В красной кепке, вот это, впереди, которая трется около него каждый раз. Давайте учиться. Ну так и что вы думаете, измеряет электричество? Да вы уже спрашивали меня, спросите кого-то другого. Body, sweats and fluids. Перспиранты, да. Не захотел сидеть со мной. Ну мы же враги с ним, я же его пизжу каждый раз. Давайте еще, блядь, учиться пока есть. Рори, так вы же спрашиваете второй раз. Говорит, да вы, блядь, уже заебали меня учителя. Что нахуй? Вы что, шизофреник, блядь? Вы уже второй раз меня подряд спрашиваете. Ладно, давайте продолжим. Рори, скажи-ка нам, что измеряет? Да ты охуел, блядь, что ли? Что боль? Анестезия. Что убирает боль? Анестезия. Деменция. История. Все, ребят, до следующего раза. Мне надо срочно вымыть пол. Хуй с тобой. Мудак, так, история, ага. В левый низ. Анастасия. Анастасия убирает боль. Лёх какая. Сэнди. Сэнди. О, здорово, братиш. Нахуй Сэнди. Не история. А, точно, у нас же генерал геноцид ведет, да, историю. Блять. А, еле дошел до своей парты ебаной. Какой там был вопрос? Каменный век, да, когда начался? Палеозое началась 500 миллионов лет. How long ago did? 500 миллионов лет назад была палеозой. Блять, 500, значит 30 миллионов не такая хорошая. Американская школа, расовая сегрегация в 1954. Давайте думать, блять, подсказывайте. Че вы мозги ебете? Подскажите, как, блять, сделать это по красоте-то, ёпта мать. Когда мусульмане стали контролировать Мекку. 530-м. Ее контролировать надо или что? Я не понял. Я думал, это... Ну ладно, наверное. Критокесус период был 66 миллионов лет назад. Блять, а 300 миллионов лет звучит и неплохо, получается. 300 тысяч. Или там сколько? 3-4 миллиона. Ну что ж, давай... Скажите мне, сколько у нас там? Когда каменный век? Бля, 3-4 миллиона лет звучит неплохо. Это 3000 лет назад? Нет, 3000 лет это слишком мало. 1 миллион лет. Блять, тоже хороший вариант. 1 миллион. Блять. 1 или 3? 1 или 3 миллиона лет назад? Сука, он же сейчас скажет, тест проходим. В 39-м война началась. 3 миллиона лет или 1? Или 3? Каменный век. Сколько он был? Первый президент Джордж Вашингтон. Ладно, я на похуй не пойду пока, почитаю. Когда, сколько продлился каменный век? Ну, наверное, продлился либо 1 миллион... О, 3-4 миллиона лет назад. 3-4. Фу, заебись. Охуенно.
все, вычитал. Здорово, братиш. Ебать сегодня нахуй. О, Мэтью Маккей, мой друг, несмотря на то, что я ему ебало начистил. Там какой-то... Вы видели, кто там был? Или все? Вот это кто? Ебать, слышишь? Это Дюк Нюкем, только Джек Юнион. Слышь, Джек, я тут главный. Я тут главный. Джек. Джек. Я тут главный, блядь. Я тут главный, Джек. Ты, сука, будешь уважать меня. Я тебя выебу через штаны, Джек. Я тебя наебашу, ты... Ебучий Джек, ломай, ломай его нахуй. Иш, бля. А за что? За что? У меня ланч. За что? Ну за что? За Джека? Да он больше меня в два раза стал бы на него нападать. Арсений, давайте послушаем вас. Объясните мне, почему мы здесь? Почему наши бренные тела находятся здесь? Он напал на студента. Я вообще, блядь, не знаю, кто это. Арсений, вы действительно прав в этой ситуации. Я удивительно, блядь. Все. Я удивительно, блядь. Это все, что она сказала. Ладно, класс географии. Я удивительно, блядь. Это направо и вниз. Я удивительно, блядь. Здорово. О, слушай, реально, с Эмизолой можно пробовать закорешиться. Ты, систер, садистик, сюрприз. Slippery little bastard. Slippery. Slippery little bastard. Correct answer is Сайдометерия, если ты не знал, Арсений. А, все? Я знаю правильный ответ. Похуй вообще, садимся. Сайдометеория называется правильный ответ. Спасибо, слушай, Билли, молодец. Да похуй, ребята, времени уже нет. Кони Кеннеди. Сталагмит. Не-не, сайдометеория, меня не наебешь. Если он сам не знает, я ему так ебало начищу, он охуеет, блять, вообще с... БЛЯТЬ! Я в порядке, ребят, я в порядке. Так, физра, у меня сил не так уж и много, кстати. Юсмаш School Desk. Да мне похуй, старик. Бля, надеюсь, хватит сил, чтобы оценку по физре получить. Тут где-то был блин. Ну и хуй я блин сейчас получу, да этот? Ну я еще не взял, тренер. Тише, тише, тренер. О, все, блин взял. Отлично, давайте посмотрим, у всех ли все есть. Вот у меня блин. Отлично, Арсений, посмотри, как раз ты его можешь поднять. Это сделает тебя сильнее. Поднимай, я посмотрю, тебя смогу оценить. Вот, держу, тренер, держу. Тренер, блядь, мне уже тяжело, тренер. Тренер, уже очень тяжело. Все, молодец, Арсений, троечка тебе. Охуенно тогда. Хорошо, повезло. Повезло, повезло. Повезло. Ой, блядь, тренер, я не хотел, извините. Вот это вот Дункан Пайпер, на самом деле, так и просится на пиздюли, вы согласны? Вот ебальник его мне не нравится. Нам не нравится Арсений. Мы друг другу не нравимся, но мы можем изменить эту историю. Хочешь доебаться? На пляж. Набери меня и попиздим, сука. Не с кем рамсить? Тогда скорее звони. На нахуй, стерва, поймал. А, Джимми, нет, Джимми, мы же были вместе, мы были друзья. Джимми, за что? Не волнуйся, Арсений, я его зазъебу за тебя. На, сучка! А, блядь, они вдвоем меня ебанули! Гады! Гады, суки, гады! Я, говорит, разберусь. Сам дерись с ним. Как ты мог, Арсений? Я умираю, блядь! Урок окончен. Ой, я пришел в себя. Учитель, на нахуй! Урок окончен для учеников, а не для учителя. Бежим, ребят. Ебать. Старая добрая потасовка на физре. Срочно спать. На пляж только один путь через метро. Это во-первых. Во-вторых, я не уверен, что эта локация вообще еще существует. О, деньги. А в-третьих, я не вернусь в метро. Арсений, замедлись. Там кто-то сломался.
доктор, блядь. Арсения разыскивают за... Его ж нахуй откинуло, блядь, на забор. Ну догоните меня нахуй, что вы сделаете? Вызовите полицию? А, все, сосать. Нет никакого розыска, блядь. Отдаленно что-то слышу. Да откуда это ебан... Кто-то со мной сидит. Вам не взять меня дома, блядь. Хуй догонишь. Отсосешь, блядь, я домой. Изи, блядь. Никто не смеет ко мне домой приходить. Здорово, Лэнс. Твои 5 баксов, сынок. Я в домике, блядь. Все, спим. Мне похуй, я в домике. Да кто-то зашел. Dark and Darker планируется сегодня? Мне кажется, ребята там уже в пачке. Не уверен. Smile, sweet sister, sadistic, surprise, slippery little bastard. Пора ехать. Соло варваром? Когда станция? Чертовски хороший вопрос, Скали. О, ты пригрел мне место в машине. Хочешь поговорить? Учитель, блядь, мистер Уайт. А! Сукины дети! Отъебался от меня! Ни за что. Ну, я ебал, я ему по яйцам дал в конце. За нападение на учителя будут меня судить. Ну, зато fast travel до этой. До школы, правильно. Это неплохо. Я бы даже сказал, это хорошо. Репостом тролля убить, охуенно. Да ни за что, блядь. О, я же говорю. Ни за что, котик, да? Ни за что. Ни за что, гады, взяли меня. Так, надо на регу идти. А у меня здесь котик. Кстати, тот, который мурлыкает не очень громко, но мы можем попробовать. Мы можем попробовать, да? Может попробовать? Ну-ка попробуем помурчать. Нет? Нет, не пробуем. Тут мы не пробуем мурчать. Атмосфера как игры, от игры как в Корсарах, по ощущениям. Слушай, старик, на самом деле довольно скучно уже становится, потому что мы уже практически все, что могли, сделали в этой игре и развлекаем себя самостоятельно рофлами. Нападаем там и все такое. Добро пожаловать, девятиклассники, ноябрь, день рождения мой. Перед тем, как мы продолжим, давайте посмотрим, как дела проходят. Я росту. В ДНД есть слот 3, вы немножко опоздали. Тогда после этого дня, если есть слот, пойду влечу к ним 3. Не хочу осветить в моем офисе. Помните, вам нужно 4 с плюсом. У меня 4 с плюсом почти то же самое. У меня тут, кстати, есть кое-кто, блядь. Кто в последнее время, блядь, охуел. Очень, блядь, сильно. Иди-ка сюда, иди. Я все. Расслабься. Расслабься. Что ты уселась, блядь? Сзади тебе по затылку с ноги, блядь. Ты быстрее меня, Арсений, не хочу с тобой проблем. Сука, помни, блядь, с кем ты не хочешь проблем. Помни, с кем ты не хочешь проблем. Кстати, М. Слышь, М. Хотя мы с тобой вроде плюс относительно минус, плюс-минус друзья. Мне бы Джимми найти. Нейтрона? Хопкинса. Нейтрона, он поможет тебе. Скажи, сучок. Как относишься к серии игр GTA? GTA? Твоя любимая часть и ждешь шестую часть. Я не жду шестую часть. Моя любимая часть GTA это GTA Vice City. Правильно. Правильный ответ, да. А вот и Джимми. Я прав, все не трогай, если ты хочешь мне драку. О, блядь, нихуя, Джимми отрастил яйца. А отрастил ли он голову, чтобы вписаться нахуй сюда? Куда ты, сука, катишься? О, блядь, ебаный рот, помогите! Ты что ты здесь делаешь, должен плавать? Да, блядь, не дают дойти до плавания. Ебать, Джимми. Джимми-то нахуй устраивает мне веселую жизнь. Месть Джимми. Хопкинса. Джимми, месть. Месть Хопкинса, Джимми. Месть. Хопкинса.
Бля, вообще не могу вырваться. Опоздал на плавание, кстати. На, по яйцам. А мне на плавание. Да, блядь, я сказал мне на плавание. Охуеть, лишь поспим. Что за хуйня? Двигайся. Мелкий. О, что? Ебать, олимпийский борец. Это, видимо, олимпийский резерв детсадовский был только что. А, блядь, опять голову отрывают. Опять голову отрывают, суки. Ничего святого. Опа. Все, Джимми, все. Все уже, Джимми, все. Сейчас я тебя нахуй, сука, приземлю, блядь. Опачки, cattle mutilation, блядь. Не ожидал, гнида? Я уже на урок не пойду, пока тебя не приговорю, блядь. Хуйло ебаное. О, блядь, нет, Джимми, нет, Джимми! Все, Арсений, надеюсь, ты уловил свой урок. Бля, и правда, я уловил свой урок. Да тут, блядь, жизнь бы не пропустить. О, я жив. Блять, надо отомстить Хопкинсу. Языки, кажется, вниз. Я не умру в туалете. Это тут языки, да? Да. Опачки, это в холодильник надо поставить. Посидим пока здесь. Даже не прогул. Прогул поставили точно. Как слово по-французски человек? Man. Home. Om. Harry. Om. 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 Да, через K. Но по- K не читается. А по-французски амбре, да? Амбре, мужик. Нет, это по-испански. Ну, по-испански. Амбре. Are the tacos ready? Амбре. Ральф Зиппер. У нас новый ученик, кстати, да? Это Дольф Зиглер. Давайте посмотрим еще, ребята. Французское слово. Может быть, фем? Это женщина. Да. Наебка. Наебать вздумала. Как переводится? Наебать вздумала, сука! Ну что, сука, думала наебать меня! Думала наебать своей женщиной! А, бля, помогите! Кто-нибудь! Ты плачешь? Сейчас буду, видимо, что? Помогите! Убивают! Давайте тест проведем. Так что думаете? Знаете, я думаю... Ом! Молодец, Арсений, 4. И выключился нахуй, блядь. Ом! Зато сдал. Да, сейчас английский еще прогулять не хватало бы. Блять, тут осторожно нужно, меня врачи ненавидят. Они стараются меня, видимо, отправить на следующую больницу. Поэтому я полежу здесь. Спасибо. Намного лучше, кстати. Ебанешь свет? С ноги? Угу. Сейчас. Так, и на этом четверг закончился. Я думаю, да, на этом закончилось сегодня. Что произошло? Ты чего? Так, мне нужно ответить. Хотел сказать, что закончится на сегодня School Days, и пойду попробую выловить Dark and Darker, но, блядь, кто-то позвонил в последний момент. И спиздили номер телефона. Ладно, ребят. На этом со школьными деньками на сегодня все. Я просто не могу себя заставить намного дольше здесь находиться, потому что это очень безумно меня выматывает, если позволите. Эта игра, она просто, блядь, она просто безумная. Ну да, я попробую Dark and Darker. Со мной? Хочешь, пошли. Знаешь, чтоб контент, типа, учу свою жену играть в видеоигры. Ну, хочешь, пошли. Нет, ты что, я ни разу его еще не запускала, и я не хочу так позориться. Да ладно. Не-не-не-не. Так, пойду потраю. Так там сидят уже Асмодея, Арсений и Мэнкун. Че мне его сгонять? Играют? Пусть играют. Наебали. Наебали, блядь. Наебщики. Так что да, соло-варвар. Я посижу, посмотрю, как ты там на людей кричишь, бегаешь. Да я не очень хочу в соло, на самом деле, сейчас играть. Ну можно соло-варвара? Го-соло серого варвара погоняем. Чисто по рофлу, блядь.